Российской системе дополнительного образования детей исполнилось 100 лет. В рамках юбилейного события в Институте культуры прошла Всероссийская научно-практическая конференция. Обмен опытом, несомненно, один из важнейших векторов взаимодействия и развития педагогов. На протяжении целого дня в стенах ОГИК проходили тематические лекции, пленарные заседания, а также мастер-классы. Даем звук при этом. Поехали. Педагоги с удовольствием делились собственными наработками полезной литературы и на практике показывали, как реализовать ту или иную воспитательную задачу.